Танцы на пешеходном переходе. Такого водителя Абакана еще не видели. Перекресток в районе спорткомплекса Абакан на некоторое время превратился не столько в танцплощадку, сколько в театральную сцену. Профессиональные артисты школы танцев «Микс» разыграли на зебре хореографические зарисовки, которые наглядно и в красках показывали основные причины ДТП с пешеходами. Организаторы флешмоба – госавтоинспекция, участники – студенты Хакасского политехнического и музыкального колледжей. Собственно говоря, молодежи принадлежит идея довольно жестко обозначить свой протест против безалаберности на дорогах. Просто пригласили поучаствовать в этой акции, ну и согласилась, потому что действительно ситуации бывают очень страшные. Даже со знакомыми у меня такое случалось, ну это просто беда. Перед выступлением участники флешмоба тщательно загримировались. Для полноты картины на асфальте разлили 3 литра бутафорской крови. Все выглядело очень правдоподобно и, честно говоря, страшно. Но, к сожалению, реальные ДТП с участием пешеходов еще ужаснее. Почему это актуально? Потому что на территории города Абакана с начала этого года произошло уже 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 3 пешехода. Буквально вчера у нас произошло ДТП с летальным исходом. Смысловой посыл акции был направлен не только водителям, но и пешеходам. У каждой жертвы на спине была надпись, по какой причине она попала под колеса. И причины до банального просты. Разговаривал по телефону, не смотрел по сторонам, слушал музыку в наушниках. Конечно, с водителей ответственности никто не снимает, но и пешеходам необходимо быть внимательными. Вот этот флешмоб направлен на то, чтобы люди были не просто внимательны как к себе, так и друг к другу, чтобы действительно не было таких происшествий. Я сам как водитель соблюдаю все правила движения, и часто пешеходы переходят в места, которые не предназначены для там, где нету пешеходного перехода, нет светофоров. Несмотря на лужи крови, все танцоры остались живы и здоровы. Танцевальная композиция закончилась надписью «Будь осторожен». Обращение относилось ко всем участникам дорожного движения. Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.